Всем доброе утро. Ну вот, показываю, какой у меня урожай. Так красиво. Такие гроздья помидоров висят. Ну что я вам хочу сказать? Ну не особо никакой работы с этими помидорами. Ни разу я их не обрабатывала. В общем, растут сами. А обработанные я и на рынке могу купить. Ну и что? Всем желаю хороших выходных. До новых! До новых приятных встреч. А это малиновка. А тут еще и Лизонька моя. Да, Лиза? Пришла со мной помидоры собирать. Вот такая малиновка. Большая, наверное, надо снять уже, потому что дожди идут. Лиза, а что ты там нюхаешь? Что ты там смотришь? Снимаю, потому что им, наверное, дозреет дома, потому что еще потрескаются. Ну, очень мне нравится, что ничего не надо делать. Это такой удачный год. Всем доброе утро. И кто молодец? Я молодец. Кто знает этот клип Шнурова, так это. Тут я молодец, потому что я посадила. А все остальное природа. И, пожалуйста, хороший урожай. Вот это вот за один день сняла. Ну, я, конечно, не снимала пару дней. Вот так. Так что молодец, природа. Спасибо природе, матушке. Хорошей погодки. Вот еще один вот такой большой оранжевый помидорчик. Ай, красота. Поделюсь со своими родственниками.